из Германии. Путь был непростой. Начался он в 3 часа ночи. В общем, ехали сначала до Берлина, 300 километров, потом летели до Варшавы, потом прилетели в Минск. Устали, конечно, очень. Но еще одним испытанием было то, что из всего багажа не доехало 7 сумок. Вот такая история. Из этих 7 сумок 6 были, слава богу, просто с вещами, но одна была с коньками. Мы думали, кто же этот счастливый человек, которому придется сегодня кататься без своих коньков. Вообще он действительно счастливый человек, потому что он катается с этой замечательной, талантливой, красивой девушкой. Поэтому ему, как человеку уникальному, должно быть так классно все. Итак, для вас выступают победители проекта «Звезды на льду» Татьяна Навка и Марат Уникаров. Ой, Башаров! Только снег, белый снег укрывал.